друг другу говорить правду, какой бы она ни была. Разговор о сельском хозяйстве с теми, кто этим самым сельским хозяйством занимается. В совете при губернаторе руководители успешных хозяйств, директора перерабатывающих предприятий. Уж они-то точно знают, что нужно делать, чтобы агропромышленный комплекс стал успешным. Знают и могут губернатору посоветовать. Называют 6 основных вопросов, которые необходимо решить в первую очередь. Уменьшить проценты по кредитам, создать систему государственных заказов, поднять социальный уровень села и попытаться удержать деревни специалистов и молодежь. Если вот ближайшие 2014-2015 год не будет кардинального программы по закреплению кадров на селе, потом государству придется в десятки раз больше платить денег для того, чтобы переселять из городов. Это не нужно. Нужно сегодня закреплять тех, кто есть. Есть и еще предложение. Увеличить уровень государственной поддержки селу. Поднять пусть не до европейского размера, в 300-400 евро за гектар, но чтобы хватало на самые необходимые нужды. Но, по словам губернатора, здесь делают и так все максимально возможное. Определено государством отдать, образно говоря, 5 рублей из федерального бюджета и 3 рубля из областного бюджета. Мы делаем. Несмотря ни на что. К слову, члены совета могут вносить предложения по изменению законодательства в сфере АПК. Так что, возможно, работа здесь не ограничится только местным уровнем. С некоторыми инициативами придется выходить на федеральные структуры. Юрий Мишенин, Константин Воробьев. Наше время.